Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест не этого героя, а будем тестировать Феникса. Интересные сборки, потом я в конце в итоге вам его покажу. То есть 14-14, максимальные прокачки. Будем тестировать интересных топовых героев против него. Так, с эмблемками уже. Единственное, я поубираю питомцев. И попробуем с вами сделать так. Трек стоит. Интересные варианты. Так, тут что-то надо на дамаг поставить интересное, чтобы нормально дамажил. Смогут ли герои? Ну, истинная вера — это читерство будет. Это будет ничья. Истинную веру ставить на этих героев не будем. Давайте тоже пакт влепим. Ну, попробуем некоторых в дамажной сборке. В любом случае, эти герои покруче, чем тот Феникс по прокачкам. Так, вот тут у нас я буду по очереди всех ставить. Давайте попробуем такой вариант. Интересно, что будет. Так. А даже пусть будет смотр, не страшно, думаю. Пен должен выдержать. Я надеюсь. Если нет, уберем. Понятно, что он убивать, наверное, скорее всего, не будет тех, кто хилится. Но если они его не убьют, то будем считать это зачетом. Поехали. Поехали, нападаем. Тык-тык-тык-тык. Вот наш Феникс. 14-14, максимальная прокачка. Видите, сливается на Атланте. На Атланте у нас... отражалка, то есть первые разы, когда он бьет, он может на отражалке сливаться. Атлантище тащит, в общем. Наверное, единственный герой, кто его будет так быстро тащить. Ну, у нас на Атланте стоит утекание. И Феникс, как видите, сливается из-за того, что бьет по отражалке больше. То есть Атлант, имба, я его показывал, возможно, его потестируем против других героев. Так, ну, думаю, тут и так понятно. То есть 1-0 в пользу Атланта уже есть. Поехали дальше. Кстати, у нас смотр. Тут тоже немаловажно. Божество. Даже с Бравлером, я думаю, не снесет. Как только будет сейчас начинать бить, он у нас получает отхил. Не, все-таки шатает, что-то там попадает немножко. Сливает. Да, надо все-таки Бравлера выбирать. Портачит он нам всю малину. И тут фух, и у нас фуловый. Ну, тут без вариантов. 1-1. Ух ты, Дрейк. Посмотрите. А знаете, что Дрейк так шатает жестко? Потому что на нем спектр стоит.
Но и сливается тоже довольно-таки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ну-ну-ну, кто кого? Феникс Вин. Так, 2-1 в пользу Феника. Да, смотр, конечно. Вот вам сердцеедка. Нифига себе. 2-2. Неждан, еще раз протестирую. Аж самому стало интересно. Смотрите, начало. Начало тащит он, потом. Потом она просто тупо его ушатывает. Не, 1-1. Ну давайте еще разок. Пока 2-1 в пользу, но интересно все-таки решить этот спор. Но здесь есть смотр. Наверное, все-таки надо смотр выбирать. Потому что со смотром, блин, печально все. Сейчас будем убирать смотр, а других вариантов пока нет. Красный, красный. Вместо красного надо серенького поставить. Ну, давайте, кто там у нас. Потом поставим его. Вот такой вот вариант. Так, поехали. Еще один заходик. Посмотрим, решает. Не, все-таки 2-2. Смотр здесь не решает. Сердцеедка таки тащит. Довольно-таки неплохо его в такой сборке. Так, Рино. Ну, тут, наверное, Рино... Да, и Рино, смотрите, делает забор энергии и все. Герои, которые с забором, хотя, в принципе, дальше этот хилится. Держится. Ну и он дамага не наносит. Ну, он и, в принципе, не нанесет много дамага, потому что у нас не атакующая сборка, но держится против Рино. Наверное, все-таки отдадим в пользу Феникса, да. Он хилится. 3-2. Это интересно. Так. Две заморозки. Он дамага не наносит. Видите, сами все посмотрите. Он хоть и замораживает. Толку нету никакого. 4-2 у нас получается. Сердцеедка затащила так хорошо. И Атлант... своей отражалкой. Ну, эти вдвоем не смогли его ушатать. А, поехали дальше. Так, давайте вешаем сразу же. У Ронина, думаю, смысла нет. У Ронина у нас ничего не сделает и так. А, давайте так. Красный. Я далековато забежал. Зеленый. Это там ПДшка, ну, в принципе, нормально, интересно будет. Серый. Так, еще один серый. Красного и зеленого нам надо теперь найти. Если нас пак там будет посмотреть, сможет что-то сделать. Так. Инвесторину. Серого надо. Рогаточка будет. Блин, 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 блин. Надо красного. Красных у нас махат. Ну, как раз отлично. Сделаем тоже атакующую сборку. Так, все собраны. Поехали. Второй заходик.
Посмотрим, что сейчас у нас будет. Друга, не туда немножко выпустил. Там 4-2 у нас пока. Вот тут тоже не вариант. Я думаю, Некрос не снесет. Феникс его замораживает. В итоге потом получает обратно же отхил. Без варианта. 5-2. Я не стою 3 минуты, потому что это будет очень долго. Так, пробуем Фрэнка. Фрэнк у нас опять же с чаркой, которая блокирует. Ну а дальше вы сами просто раз-два и все. Ну Фрэнк, Фрэнк просто божественный. Что там у нас? 5-3 получается. Нет. Было что... И 4-2 было. 5-2. 5-3. Шесть три без варианта. Ну, по башке был шанс. Вот тоже смотрите, просто тупо. Дас видос. Семь три или 6-3, блядь, запутался я уже. Так, осталось у нас 2, значит 7-3. Огник против Феникса, смотрим. О, нифига себе, это что было? Такой так сразу просел жестко, причем Огник не шатает. Ну, смотрим. Тут интересное противостояние. И обои сразу же на фуле. Не, не убивает. И опять фул, без варианта тоже. Хотя Огник хорошей сборки. 8-3 и последний вариант — это Махатма, которая может не даст зарядиться, но она может просто вот так вот нафиг улететь. Жесть, конечно. 9-3 у нас получилось, поехали дальше. Не, он конечно жесткий стал. Мне самому понравилась эта сборка. Держится он хорошо. Так, ну что, поехали. Серенький. Давайте так будем сразу два серых в очереди фигачить. Чтобы было проще потом. Серый. Так, теперь у нас будет... Розочка. Розочку попробуем какую-то интересную сделать. Чтобы дамаг был. Давайте попробуем. Хотя толку от этого пакта никакого нету, честно говоря. Так. Еще один зеленый герой нам нужен, да? Где-то Асурик, такая вот сборочка. Вот интересно, кстати, такая сборка. Так, и два красных. Так,
землеройка. Вот, кстати, землеройка будет интересно посмотреть. С подашкой поставим сборку. Вот такую. Так, еще одного красного. Так, правильно я сделал? Да, отлично. Так, Анубис у нас там какая? Что-то я не посмотрел на Анубиса. Надо будет уже перед тем, как запускать, я в следующий раз уже сделаю сразу сборки. Все разобрано. Ну, Анубис я даже не знаю тут. Какую сборку не сделай, вряд ли он будет дамажить много. Такс. Хотя он процентуально бьет тоже. Рогатка сразу в бой пошла. 9-3. Причем в эту троицу вышли такие герои, которые не особо я ожидал, что Атланта и Сердцеедка прям так его развалит. Хотя там отражалка, а там забор энергии. Ну, тут все и так понятно, по-моему. Не вариант. Рогатка у нас отдыхает. 10-3. Роза. Роза, наверное, как и ПБшка будет. Она нифига толком не сделает и не сдохнет. Ну, хотя ПБшка улетел. Нифига себе, и Роза тоже там что-то... Ну, у Розы отхил хороший, вряд ли она. Но это 11-3. Она не убивает. Жесть. Так, что у нас? Космо дальше пошел. Космо говорит себе «До свидания». Пока с этой шестерки никто не затащит. Тут вообще без варианта. Даже не будем это комментировать. Так, вот этого товарища тоже есть шанс довольно-таки неплохой. Так как у него забор энергии. Тринадцать четыре будет. Ну, кто кого? Притык почти. Да, 13-4. Ну и последний вариант. Ну, не последний вариант. Тут молчанка сразу же летит. Фига себе он раздает. Все-таки будет, да, землеройка тащит. Интересно. 13-5. Поехали дальше. Дальше самые интересные герои у нас сейчас будут. Которые вряд ли ушатают. Так, поехали. Фрейка. Фрей, я думаю, должна, по идее, ушатать. Сейчас проверим. Командорка. Так, серая, красная. Этот товарищ тоже вряд ли убьет. И его вряд ли тоже убьет. Ну, посмотрим. Так, командора там у нас какая? Сделаем тоже атакующий вариант. Посмотрим, как она отлетит. Такс. Так,
Ну, стрелок у нас такая сборка. Хотя стрелок, по идее, тоже может ушатать, как и Асурик. Так, и красного героя ставим. Красный герой у нас будет ворожейка. Я думаю, ворожей тут бессмысленно тоже тестировать. Он вряд ли что-то сделает. Поехали. И Фрейя точно так же. Еще и миссает. Нифига, Фрейя собрана на хороший дамаг, нифига сделать не может. Еще и миссует конкретно, нифига себе. Интересно, интересно. А тут отхил, тут без варианта. Ой, говорю, 14-5. Командора. Ну, Командора по всей этой фигачит. Не знаю. Ну, хотя, в принципе, она все здания не должна ушатать. А вот пошел, пошел, все. Пошла. Пошла жара. Ну, тоже, как видите, просто тупо. Говорит сама себе до свидания. 15-5. Ну, Свален за счет уклонения этого будет брать отхил, но вряд ли тоже будет убивать. Да, он хилится. 16-5. Ну, то есть нету смысла 3 минуты тестить, уже сразу видно, что герой не проседает. Зефир тоже говорит: «Сори, Бруно, я тебя не могу убить». Жесть, конечно. Семнадцать. Я в шоке. Только 5 героев ушатали. Ну, стрелок тут тоже, мне кажется, отлетит. Хотя он может забрать энергию, но не знаю, или будет убивать. Без варианта. Стрелок, вы знаете, что он шатается. Ну, я думаю, тут все-таки будет 19-19-5. Ну, ворожей. Ну, давайте еще разок, что-то я поспешил. Ворожей еще у нас супер пэтом даже. Ворожей, кстати, режет отхил. Но все равно дальше, все равно идет отхил. 19-5. Офигеть. Окей, поехали дальше. Ну, этого можно сразу сказать, что будет 25, потому что, ну, бессмысленно его ставить. Ставим Вольта. Попробуем Вольта в топовой сборке. Так, чтобы он зарядил и отлетел сразу. Поставим подашку ему. Так. Вольт готов. Да, 19-5 это, конечно, серьезно. Даже 25 этого еще можно считать. Так, Винвашп. Даже поставлю ей тоже подашку. Чтобы не отлетело сразу об отражалку. Такс. Двух серых поставили. Интересно, этот товарищ сможет сделать то же самое, что сделала землеройка или нет?
Пробуем такую сборку на удачу. Так, и двух зеленых нам надо. Кстати, станем Феникс против Феникса. У меня здесь атакующая сборка есть. Давайте, кстати, ради интереса с подашкой. Так, у нас больше зеленых никого не осталось. Поставим его. Такс. Поехали. Ну, этого первого натестирую. И пошла жара. У-у-у. Улетел. Ну, этот может забрать набор, заблокировать и, в принципе, затащить. Да, фобушка. А, у меня на фобе еще этот обряд лечения. Ну, в принципе, фобушка. Фобушка тащит, как и этот, как и землеройка. Значит, у нас 6 есть. Фен против фена. Интересно. Фен на... Видите, что сделал? Это просто жесть. Просто отправил его. Ну, Феникс там просто бешеный. Я его тоже показывал уже. Так, 7, значит, есть, да? Так, интересно, Бугич затащит или нет? Бугичу надо просто один раз хорошенько попасть. Все, изи. 8. Двадцать два на 8 получается. Неплохо. Такс. 22-8, если я не ошибаюсь. Поехали, еще некоторых героев дотестим. У нас будет больше. Потому что не все влезли. Я некоторых еще потестировал. Так, давайте поставим. Ну, барда тоже бессмысленно. Он не отлетит. Хладный нет. Лисичку интересно посмотреть. И хотя у нас еще хватает и дуэлянт. Давайте так, лиса. Дуэлянт. Дуэлянт, мне кажется, тоже разберет. Мэри. Мишанька. Ну, сейчас всех выставим уже остальных. Как раз у нас получится. Так, красный. Еще серенького одного, чтобы было равноправие. Получится 36 героев. Так. Смотрим. Лис собран. Мэри. Мэри соберем тоже с ПДшкой. Она отлетит. Отлетит моментально. Так, дуэлянта таким оставим. Там у него отхил есть. Так, есть. Этого можно оставить, там бессмысленно, мне кажется, уже отлетит. Так, сюда, наверное, тоже поставим ПДшку. Ну, это против огненки. Внимательный был, те видели, думаю, заметили. Поехали. 22 на 8.
результат довольно-таки приличный. У нас опять видос, наверное, на полчаса растянулся, как обычно. Но зато затестили 36 героев. Так, смотрим, дуэлянт. Без вариантов. 23. Мэри. Ой, у нас смотр есть даже. Пофиг. Мэри тоже без варианта. Надо пробовать сборку на атаку. Наверное, будет. Проседает по чуть-чуть. Она отлетает. В общем, фен хорош. Мне нравится эта сборка. 24. 24 на 8. Это уже результат. Ух ты, Мишаня, что творит? Вы посмотрите, станет. Мишанька хорош. Нифига себе. Смотрите, что Мишаня чудит. Мишаня просто недомогание, он не дает даже хилиться вариантов. Хорош, плюс стан. Ему пофиг на эту заморозку. Красавчик. Все, короче, без комментариев. Все равно не ушатал. 25. Ух ты, хладный пошел. Нифига себе, хладный раздает. Почти. Ну, лис, я не знаю. Лис сейчас может по всей карте бить. Нет, вроде нормально бьет по нему. Смотрим. Ну, с этой шестерки никто не убил. Значит, будет, скорее всего, 28 на 8. Вот такой вот вариант. Блин, ну, что я могу сказать? Хотя нет, лис вроде пошел вот дамажить. Но самое интересное, что топовые герои не посливали. Ни Фрейя не смогла, ни Зефир не смог. Тут отхил пошел обратно. Да, такую сборку надо будет потестить на ПВП-локациях. Однозначно. Ух ты, нифига себе. Нифига себе, коса зарядила. Офигеть. Хорош. Вот это реально было круто. 27 на 9. Вот такой вот результат. Поехали, покажу вам сборочку. Но это реально круто. Вот такая вот у нас сборочка огненка плюс истинная вера, и как оказалось, довольно-таки неплохо смотрится, потому что у героя не уяз, когда включается скилл. Единственные варианты — это забор энергии. В принципе, это тоже можно предотвратить, если брать PvP локации, правда, тогда дефа у нас маловато будет. В общем, тащит эта сборка. 27 на 9, довольно-таки неплохо. Все, пишите комменты, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.